Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим несколько посылок с AliExpress. Посылки будут посвящены мышке Razer Orochi 2016. Значит, пришел ремкомплект для ножек наклеек. Вот он, сейчас мы его посмотрим. Вот такой коробочке он идет. Стоит примерно 400 рублей. Сейчас распакуем, посмотрим, что там. И заказал кабель, который тоже испортился, перебился для этой мышки. Он идет особенный. Стоимость кабеля 600 рублей. Все ссылки на товары в описании к видео. Так, ну начнем с ножек. Распакуем, сейчас посмотрим. Так, полностью набор, причем даже две штуки. Зачем мне две? Непонятно. Так, по размеру вроде подходит. Или не подходит. Что-то не то. Такое чувство, что китайцы прислали очередную залипуху. Хотя вот так вроде подходит. Да, подходит. Так, почему две, интересно. Здесь, значит, идет еще салфетка, которая для протирки. Для чего две? Наверное, бонус может какой, не знаю. Так, и кабель сейчас откроем, посмотрим. Вот сам кабель, который должен быть в оплетке. Да, он так и есть, в оплетке, в жесткой. Вроде как пишут, что оригинал. Оригинальный кабель, никакая не подделка. И китайской резиной не пахнет. Так, все должно подходить. Хотя в отзывах писали, что возможно придется допиливать этот кабель, потому что не входит. Видите, он специальный разъем такой, что туго входит. Ну давайте попробуем сейчас. Как видите, все подошло идеально. Новый кабель подошел в мышку идеально. Ну, думаю, он тоже рабочий должен быть. Все, всем спасибо. Ссылки на все это в описании к видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.